при реализации того поручения, которое президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было дано, мы готовы опережающим образом включаться, можете на нас рассчитывать. Вот, и здесь мы будем надеяться, что одним из первых регионов сможем уже на практике реализовать, потому что на самом деле самозанятость и развитие предпринимательства в этой форме – это очень востребовано, особенно для отдаленных наших населенных пунктов, где, в общем, работодателей не так много, и возможностей для выстраивания системных отраслей экономики часто просто не существует. А самозанятость в виде и того же туризма, и видов деятельности, связанных с сельским хозяйством и каких-то ремесел, они везде сохранены и на самом деле являются важным подспорьем для нашего населения.